Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофончик под номером 650. Настроен в тональность пентатоника до мажор. Давайте послушаем, как звучит. Для прослушивания лучше использовать наушники, если вы со смартфона смотрите, либо хорошую акустику, если с компьютера. Инструмент выполнен с лакировкой, лакировка с блестками. Узорчик инструмента закручен в галактику. Здесь сине-фиолетово-бордовые оттенки. С обратной стороны имеются ножки из натуральной кожи. Ножки обеспечивают звучание инструменту и защищают лаковое покрытие от царапин. Можно его поставить на стол и играть. Либо вы когда пришли куда-нибудь, достали инструмент с сумки, можно поставить на пол и не беспокоиться, что он поцарапается. И не нужно никакие подушечки искать или мягкие места, куда его поставить. Хоть на асфальт. Легкий, компактный. Весит всего чуть больше 1,5 килограмм. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.